Нечего говорить, что он там говорит. То же самое скажу. Три лоши, три фрегата, да, 17, их цена, то их даже 17, ему такова себе. Ну, в сотку там можно за 150. Но ты его не нужен. Здесь есть лодка, которая защищает. Тут, вот, допустим, нет, он мне уже обратно не прыгнул, только сюда только могут долететь, а потом развернулся и улететь. Но они уже не улетят. Даже если не захотят, не захотят в бой, например, то атакуя, но все равно будут базовые, например. Но скорее всего, что эти они падут. Ну их много. База не будет, а раз, два, три, четыре. Если мы сюда прилетим, ну, туру. Даже не по кругу полетят, мы вернемся. Два, три, четыре, и мы опять тут встретимся. Скорее всего. Ну, с вот этими. Смотри, куда они полетят. Но если они проигнорируют, например, и маусы, и полетят в сквайр, то мы еще можем успеть тут их встретить. Или там где-то. Но придется перестраивать. Или перворота. Ну такой шанс тоже мой рейтинг, что скорее всего они ломанутся на планету. 2700 против не Defense 4 ценивает. Но так у нас почти одинаково. Как бы 1000, там 1300. Ну я имею в виду, если мы на планете будем встречать для обороны, то сопоставим. У нас может даже преимущество. А по обороне 4, у них 1200 дефенс. Ну крейсер почти, да. Ну он мне все равно быстрее, чем 3 тура он прилетит, а забудет точнее, он кор будет точнее. Ну против Титана только пара линкоров. Ну мы прокачнули этот. Ну, по сути, на планете мы, если они сюда полезут, то мы на планете будем играться. Все, ладно, давай. Тут все, мы за турб. Все, да. Мы сюда полетят, мы на планету ставим и грабим. Ну тогда телегу придется откатывать. Ну та телега мы достроим. А эти летят туда, на Диал. Ну тут у этих 7000 дефенс. А атака такая же, как у них. 900. Ну это для сравнения, 28 кораблей у нас. Десятка 900. Ну тут Титан есть. Да. Вот Титан лидерский. Ну у них разбито, но там... Звездная база будет чинить. Ремонтная система. Непонятно, что у них ремонтная система нет. Что-то. Но она тоже место занимает. Если удается, да, держать бой. А если он неоднозначно, что если, допустим, будет понятно, что это флотилия, например, там без лидера, она проиграет, скорее всего. Зачем ремонтная система? Она не после будет восстанавливаться, а в бою. Скорее всего времени это, то есть если больше выражений, то больше шансов, что раз, ну прорашит, то они больше разобьют, и можно и выиграть. Но потом, да, нет варианта. Там с починками, ну что есть, если на планету, да, так, на Диаполе не задержится. Если это сюда полезет, мы еще тур выиграем, чтобы грейдиться. Ну грейдиться там не надо, а в тот же тур можно. Ну чтобы починку полностью дочиниться. Тут туру еще пара фрегатов, ну то есть здесь два тура, где не успею, тут четыре фрегата точно у нас компенсирует сразу, а там 7 туров барракуда и 3 тура еще пара фрегатов, то есть
брать этот дестройер с собой. Ну, возможно, оно дочинится. Ну, то есть мы даже не упором можем дочинить. Не, ну дестройер в такой битве, он, ну, это нифига не помешает. Ну, сейчас мы суммарно посмотрим. Три 258, а вот того 4 оценивается. Ну, так у нас 22 храма, с титаном больше. Если на планете еще попробую выиграть. Ну, эту сторону можно в бою дочинить. Ну, в начале боя там. Там у нас, конечно, не ахти тут. Фрегаты, да, но придется. Ну, с базой, да, тут мы хотя бы шанс. Конечно, они бы усилились в триллионах, если у нас несколько триллионов, три, даже 3700 там было, тогда бы можно согласиться. Ну, 700 атака, 3700. А у нас атака в 1500. Ну, в поинтах и цене за тут 3258. Это как триллион, 3 триллиона. Ну, мощь какая-то чего. Дефенс. 3700. Дестройер. Двадцать два края. Я не видно. Потому что мы фрегаты так корабли. Линкор один. Ну мы с базой будем, база что-то хоть что-то там себя примет. Хотя бы первичный удар. 27. Ну надо. Ну вот если в стелсе оп там 3. Оп, линкоров смысл заиграть. Ну крупные корабли в стелсе тяжело, а там. Ну, какие-то 3 дестроера, например, дополнительных. Ну, крейсер мог бы еще спрятать. У них крейсеров и так. Фрегаты в стелсе. Ну, когда 17 и 20 крыльев, то бля, это когда 27 и 30, там 100 стелсов. Не особо нужен. А у нас все-таки есть, вот, совсем у них. Вот раз крейсер. Что там еще? 2, 3, 4. Ну, 5 крейсеров. Ну, это про битву раньше, чем все там опять. Если мы разобьем их, то... Там количественно другой нюанс. 12. Ну и крейсеров такие. Это новые крейсера, да. 20 у меня есть. Это 11. Ну какие-то модификации, которые у меня, не знаю, такое что-то. Иное что-то там. И два таких. Но еще не могут достаточно крутыми. Ну, надо вот с этим, если они полезут на Эймаус. Ну, разобраться так, чтоб... Короче, так разобраться, чтобы разобрать что-то. Не особо крупные, чтобы вот эти крейсера, там, там... Остались. А большая часть тех, которых остальных там разбить. Ну, до середины боя, да, с начала. Но навряд ли, что он там прям лихо орбитальные обороны, ракетницу и звездную базу там разобьет. Но этим натиском могут, да. 10 это 12. Их все равно больше, а у нас плюс 3 базы. Да. Нехти. Ну, в принципе, даже если мы все вот это, ну, оно потеряется. Ну, блин, коры должны хуже. Крейсер. Короче, все должно быть линкор и крейсер. Да? А этих может не будет. Ну, естественно, просто как у Титан, сколько вот там это. Без линкоров, если будет один линкор против Титана, это же с крейсером уже. Ну, явно там может не сдать. Ну, тяжело будет отдать.